Всем привет, народ, у микрофона мистер Чейзер, вы смотрите мой жесплей канал, и мы продолжаем проходить DLC для Фростпанка под названием On The Edge. Что можно перевести как «на краю», «на грани», короче говоря, в жопе, грубо говоря, мы сейчас находимся. Поэтому давайте-ка продолжим, у нас, в принципе, здесь все как обычно, все очень плохо, но хотя бы нам жрачку предоставляют. Правда, мало, конечно, 30, а вроде 40 доставляли, да, сырой еды. Так, ну ладно, нам надо сейчас потихонечку искать источники еды себе. Вот у нас тут ребята через 12 часов доберутся наконец-таки до места под названием Каменная Стена. Нам надо найти какие-то интересные здесь поселения, как я понимаю, какие-то места, где мы с которыми мы можем поторговать, чтобы нам, ну, действительно еду добавляли, добывали. Потому что, ну, что-то как-то без нее тяжело, если честно. Мы ее, тем более, добыть даже не можем. Так, у нас сейчас лесопилка откроется, у нас будет с деревом более-менее все хорошо. Плюс еще уголек возьмем. Будет вообще класс. Так, тут у нас все будет зашибись. О, недовольство снижается, круто. Так, груз на месте, Нью-Лондон. Ну что, вы довольны? Вы довольны, гребаные лондонцы? Теперь надо добавить сталь и паровые ядра. Ну, сталь вроде есть, вот паровые ядра. С ними проблемы небольшие. Так, 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 так. Давайте-ка мы сделаем... Ну, недовольство повысится? Да, давай. Ох, нихера себе повысится, жестко повысится. Зато 24 часа будем херачить. Нам очень надо паровые ядра и сталь. Ну, еще, наверное, одну поставочку не Лондону закинем, а там поглядим. Может быть, и посремся с ними, потому что что-то как-то они меня не особо жалуют, что-то как-то не особо мне нравится с ними работать как-то, да? Мы хоть сами выходцы с Нью-Лондона, но что-то они нас как-то, как не знаю, как за бичей держат каких-то. Ладно, разберемся. У нас люди на лечении. Два дня будут лечиться. Ёкарды налево. Чё так долго? И... Блин, долго, долго. Так, деревянные руины истощены. Деревянные руины истощены. У нас тут еще осталось немножко стали. Да, сейчас мы это будем убирать. Вот и все, мы тут почти все разгребли. Жесть, да, как быстро это произошло. Так, лесопилочка, поехали. Так, вот тут леса, кстати, можно добыть. Не слабенько, так. Да. Ну давайте пока что сюда лес, наверное, поставим. Так, уничтожить источники ресурсов. Так, а ну секундочку. Секундочку. Так, не граничит с улицей. Я просто хочу как можно больше количество ресурсов взять. Захватить, как-то так. А, так, не граничит с улицей. Сейчас, сейчас, сейчас. Давай здесь, короче, нормальное место, как по мне. Так, поехали раз, поехали два. Блин, вот как всегда, только садишься записывать видео, так сразу телефон начинает звонить. Со всех осязаемых и неосязаемых сторон. Так, что такое? На лечение, на лечение, на лечение. Вы что, с ума сошли на лечение все уходить? Вы что, сдурели? Алло, какое нахрен на лечение? Вы что? Вы что, волки, с ума сошли? Нужен еще один, наверное, санитарный пункт. Это просто жопа какая-то, вы что, сдурели? А у нас есть что-то, чтобы лечиться быстрее? А, ну да. Есть. Но не за такие ресурсы. 50 дерева надо. Ну, собираем тогда 50 дерева. Так, подождите, нужны паровые ядра. Давай паровые ядра. Опа, что у нас тут? Исследовать. Свидетельство прошлого. Мы нашли несколько замерзших трупов и сломанные сани за снежной нишей, закрытой каменной стеной. Судя по одежке и снаряжению, это были такие же разведчики, как и мы. На санях мы нашли немного ценных ресурсов. Ни хрена себе немного, это очень круто. Давай тогда домой, на аванпост 11. А там разберемся. Так. Угля хватает на день. Ну, у нас сейчас повышение температурки будет. У нас сейчас, давайте, с 6 до 12. Точнее, господи. С 8 до 18 рабочее время. С 8 до 18. Все. Нет, тут пока пусть будет. Лесопилка, да. Пост добычи. А там же вроде уже ничего нет, да? Подождите, после добычи. Все, пост добычи сносим, нафиг. Вот и работяги появятся. Все, отлично. Так, тут рабочих, кстати, максимум 20 из 20. А что у нас по людям? 90 человек. У нас еще 8 не занятых. Нормально. Так, лесопилочку делаем, давайте. И надо будет сейчас сделать угольную шахту. Угледобытчик. 15 дерева надо. Одно дерево, ребята, ну одно. Ну имейте же вы совесть. Подожди. Постройте угольную шахту. А угледобытчик что делает?
Закачивая воду, подавление угледобытчик вымывает ценный ресурс, на поверхности в результате образуется куча объемов 500 единиц. А я не могу его здесь сделать. Так, подожди, я что-то не помню, как работает угледобыча, если честно, вот вообще не помню. Так, угольная шахта нам нужна. Короче, мы сейчас сделаем чертежные доски, а там уже будем добывать уголь. Как-то ни хрена не понятно. Вот у нас тут куча угля еще есть, этого, думаю, будет достаточно. Не будем, наверное, угледобычек делать. Так, сюда дерево давайте, поехали. А здесь у нас пост добычи сносим. Идет демонтаж, ждем рабочих. Ждите быстрее, блин, да что так долго вы идете? Так, через 11 часов у нас ребята прибудут. Что-то как-то мы сейчас в таком дерьме находимся. У нас вообще дерева не хватает, просто трындец как не хватает. Надо еще 5 древесины, и тогда мы сделаем еще для больных койки. А, и, кстати, у нас не хватает инженеров. Может быть, запросим давать? Ага, началось. Да, я построю санитарный пункт, да. Надо сначала с Лондоном потрындеть и сказать, слышь, ты, Лондон, нам нужны инженеры. У нас проблемы. Нам надо людей. Ага. Ладно. Постановление о детском труде. Охренеть, вот это вы закон ввели. Прекрасно. Детский труд. Ёкарны ты налево. Вы чё, охренели, а? Детям надо учиться не работать. Ну, тут как бы да, но, блин, это не мы законы эти ввели, если чё. Так, что тут не так? А вам пост 11, у нас плохие новости. Правила поставок изменились. С этого момента провиант будет высылаться только по получению от вас груза стали и паровых ядер. Мы сожалеем о необходимости подобных жестких мер, однако их сочли необходимыми для своевременной поставки критических... Барабанная дробь? Мы в дерьме. Нужно срочно жратву. Так, два паровых ядра. У нас одно пока что. Еще одно паровое ядро. Блин. Что за говно тут происходит? Подожди, я что-то прикола не понял. Так, сейчас, кстати, будет потеплее, сейчас будем жить нормально. Так, нам надо... О, дерево есть, кстати. Секундочку. Можем построить санитарный пункт. Давай здесь. А то, что он не граничит с улицей, это мы сейчас быстренько решим. Так, а насчет отопления, здесь, сюда не хватает, но мы санитарный пункт можем и так отапливать, это я помню, да, класс. Так, хорошо, поехали. Ох, сейчас весело будет. Люди сейчас будут так недовольны. Люди беспокоятся и сердятся из-за ситуации с провиантом. Нам обращается группа опытных исследователей. То, что Нью-Лондон урезал поставки, показывает, что мы не можем полагаться на метрополию. Нужен другой источник пищи. К счастью, наши разведчики нашли на юге следы пребывания других людей. Давайте отправим их туда, возможно, это наш шанс. Так, нам нужна еда. В морозных землях. А, мы нашли обломки зданий. Ага, вот здесь. Природная терраса. Ну, мы сейчас доставим еду и пойдем на природную террасу сразу, потому что с жатвой надо проблему решать, ну, вот, молниеносно просто. Так. Та-та-та, пациенты. Давай повышение температуры же, насколько можно, а? Ё-моё, в своем-то... В кои-то веке. Погода, ты не охренела там, а? Давай. Барсиком, быстренько. Так, груз готов к отправке. Да давай, отправляй его туда, поехали. Хотя бы жратву доставят, уже будет весело. Так, стоп, так как исследование сейчас не проводится, инженеров сюда убираем и сюда инженеров закидываем, мы выполняем обещание, надежда растет, недовольство, надеюсь, тоже снизится. Зашибись. Так, хорошо, пациентов у нас тут охереть как много. Так, ну думаю, разберемся, сейчас будет теплее, сейчас будет веселее нам жить. Сейчас немножко угля поэкономим. Дерево наконец-то добываем. Это просто жопа какая-то. Почему деревом, с деревом такая проблема, я не понимаю. И тут надо будет еще ящики древесины тоже благодаря посудодобыче забрать. Так, окей. Сидим пока пердим. Люди, кстати, вылечиваются, что очень радует меня. Так, вы можете отпустить разведчиков на маяке или отправить... Да-да-да-да-да, подожди-ка. Поехали, ребята, мы идем сюда. Один день и 11 часов. Давайте, это будет долгая прогулка, но... Надеюсь, вы справитесь. Теперь у нас дохрена дерева и... Это хорошо, потому что делаем исследование. Так, подожди. Да, нам же нужны инженеры. Точно. Один у нас инженеры еще есть. Откуда можно инженеров скинуть? Сколько у нас вообще инженеров? Подожди, 15 человек? Серьезно? И все у нас работают здесь. Капец.
А тут у нас никто не может работать, тут только инженеры. Ёкарный налево. Давай, два сюда. Два сюда. Два сюда. Два сюда. Один сюда. Один сюда. Ну я не знаю, это как это говно. Апгрейды. Так, давай, делать апгрейды. Инженер доступен один. Так, подожди, инженер... В смысле инженер доступен один? У нас кто-то вылечился, или мне кажется? А, мы случайно тут сняли не двоих, а троих. Так, хорошо, насчет температуры. Вырубаем, 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 вырубаем. Тут хорошо, тут хорошо. Тут всегда прохладно, как я вижу. Тут вообще насрать. Все, поехали. Отлично. Можно и засейвиться, кстати. Это просто жопа какая-то, если честно. Так, давай троечку перезапишем. Давай. Кто не сейвится, потому что тот лох. Так. Интересно. Это мы отправляем ресурсы. Это нам жратва едет. Жратвой, конечно, проблемы, да. Может быть, там закон какой-то с пищевыми пайками заделать. Так, ну скоро у нас будет вообще говно полное. Надо срочно что-то сделать. Надо запастись угля. Исследования попроводить там, ну я не знаю. Жратвы подобывать. Ну что-то надо с этим, короче, делать. Так, уголек добывается. Дерево тоже добывается. Ну дерева, кстати, тут немало. Лесопилку, мне кажется, я погорячился, чтобы с этого сделал. Ну, в принципе, нормально, пойдет. Так, морозные земли, источник делаем. Хорошо, паровые, тут пока что паровые ядра добываем. Давай паровые ядра, они, кстати, нам тоже пригодятся. Потому что исследования здесь стоят, потом чертежные наборы за паровые ядра будут стоить. Но сейчас нам нужна будет угольная шахта, наверное. Хотя нет, сначала улучшение санитарного пункта. Потом, наверное, угольная шахта. Да. А потом, наверное, бараки и так далее. Разберемся, короче говоря. Пока что у нас слишком мало всего классного. Очень мало всего классного. Нам вообще-то инженеры нужны. Я не знаю, где мне их вообще брать. Вообще не представляю. Где мне брать инженеров? Давайте там это, ребят, в барак. Там мальчик-девочка зашли в барак, и получился еще один мальчик под видом инженера. Ну что, вам все объясняют, как делать? Так, пестик-тычинка, там, поехали, давайте. Какого хрена? Сейчас понижение температуры будет, вообще будет в говне в таком. Так, грустное место Нью-Лондон. Ну, надеюсь, вы счастливы. Благосклонность низкая. Интересно, почему? Я вам там ресурсы доставляю? Доставляю. Кулаком в грудь бью? За Лондон бью. Короче, то, что мы выживали после бури, это вообще говно полное. Потому что сейчас не Лондон сдохнет, а чувствую. Так, все, еда пошла. О, хавка, наконец-то. Наконец-то пожрем, ё-моё. Так, один день остался до прибытия. Нам надо с жратвой что-то решать. И с отоплением тоже, потому что сейчас будет минус 40. Вот это будет очень невесело нам. Так, технологии первого левела. Давайте санитарный пункт. 10% быстрее. Так, бараки. Это у нас там будет потеплее, я помню. Или угольная шахта. Угу. Что деревянные порки делает? А, это временные бафы, я понял. Так, смешанные команды. И паровые ядра, и сталь. Вот это хорошая тема. Давай сначала угольные шахты. Угольная печка, она только из дерева это идет. Но дерева и так у нас немного, поэтому давай угольную шахту. Исследуем, а там разберемся. И потом бараки надо исследовать. Сейчас у нас будет холодно, сейчас надо будет... Потом повышение будет, минус 30, потом опять будет минус 40. Да, нам, короче говоря, надо будет сейчас дома делать. Надо бараки сносить будет и делать дома. Ой, то есть палатки сносить и делать бараки, блин. Херню, конечно, сказал. Я просто пытаюсь думать наперед, но у меня, как понимаете, хреново получается. Думать наперед. Так что решаем проблемы по мере их поступления. Так, сейчас будет полная жопа нам. Минус, сука, 40. Ё-моё. Потом минус 30, потом опять минус 40. Охренеть, вот это весело будет нам сейчас. Так, больные хотя бы вылечиваются уже неплохо. Так, что у нас там с пациентами? 6 часов, 7 часов. Это долго тут у нас, ребята. Ну, тут по 3 часа будет вылечиться, хорошо. Нормально. Так, тут у нас по ресурсам 80 на 176, 500. Тут еще, кстати, у нас 120 древесины валяется. Надо будет их потом забрать. Ну, а тут у нас бесконечные ресурсы, как я погляжу, да? Давай тогда на железо перекинемся. Нам надо еще одну поставочку сделать, потому что с едой у нас пока вопрос еще не решен. Ох, твою мать! Парни, скрепили булки и терпим. Так, стоп. Так, подожди.
А, вот они. Раз, два, три. Два, четыре. Два, четыре. Ну, нажмись. Ёкарный налево, нажмись. Да нажмись. Печка, вот, 24. Так, отапливаем, отапливаем, отапливаем. Тут вообще говно, очень холодно. А можно его отапливать, кстати? Давайте посмотрим. Не, наверное, нужна технология, которая будет повышать температуру там. С 6 до 20 или с 8 до 18. Даже не знаю. Ладно, пусть пока будет так. Тут даже с отоплением хреново, да? Ну давай отапливать, отапливать, отапливать. Прохладно. Ну, прохладно, это нормально. Так. А так будет холодно, да. Не, давай прохладно. Так, и печку надо еще одну заделать. Вот где-то здесь. Или здесь где-то вообще. Да, давай печку здесь заделаем, потому что тут палатки будем делать. Ну, или бараки. Так, 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 так. Ну, конечно, с холодом сейчас полно... Ну, надо пожить. О, повышение на 2 уровня. Охренеть, 2 целых уровня. Ем, вот это жить не будем. Надо потерпеть, ребят. Буквально день потерпеть. Потом будет минус 30. Будет потеплее. Чисто скрепили булки и терпим. Так, угольные шахты скоро будут. Надо бараки сейчас изучать. Потому что если такое будет резкое понижение температуры, мы сдохнем. Так, а еду вы не хотите нам поставить? Или вы типа ждете, пока мы вам сделаем поставки обратные, да? Ну, это будет не скоро, ребята. Ой, как не скоро. 79 у нас стали, да. Не скоро будет. Ладно, через 5 часов у нас ребята прибудут на пост. Морозные земли. А там поглядим. Тупо день надо продержаться. Нам бы, как сказать, день продержаться до ночи. Да, день продержаться до ночи простоять. Не помню, как фраза звучит. Но как-то так. Угля, правда, мало, трындец. На 13 часов осталось. Так. Груз для Лондона. На, жри, так сказать. Свой груз, скотина. А, это просто пипец. Так, с угольком надо что-то решать. Ну, сейчас у нас шахта откроется. Так, поехали. Нет, стоп. Начнем, давай, наверное, еда, промышленность. Давай, улучшение санитарного пункта. Или, может быть, бараки. Давай бараки лучше. Сейчас холодно, просто трындец. Лучше бараки. Так, ресурсы. Угольная шахта. Так, надо одно паровое ядро. Пока что пусть сталь добывается, паровое ядро потом. Так, через час наши ребята прибудут, отлично. И еду нам отправили. Не, подожди, а это мы отправили. Еду нам отправили, 30 еды, ё-моё. У нас уже люди голодают, кстати. Так, природная терраса. Что у нас там? Вид многообещающий. Долина по меркам морозных земель выглядит уютно. И прямо-таки зазывает спуститься. На самой террасе ничего интересного нет. Блин. Закрытая долина. Давай туда. Еще 15 часов. Ну, получается, сейчас пока на Нью-Лондон полагаться придется. Хотим мы этого или нет, но придется на них полагаться пока что. По температуре что? Херово, но вроде терпим. Давай тут повысим комфорт немножко. Херово, но... вот тут вообще полное говно. Но у нас хотя бы, кстати, люди уже лечатся. Голодных, правда, до хрена. Ну, думаю, с этим разберемся. Капитан, люди пришли к вам, что, пожалуйста, на недостаток еды. Они не доедают уже много дней, боятся, что скоро начнется голод. Нужно накормить всех в течение 30... часть еды. Накормим вас, успокойтесь. Сейчас вот поставки приедут через 7 часов, и будет все нормально. Сейчас вообще повышение температуры будет, и будет вообще зашибись. Минус 30 будет. Ну, потому что, да, минус 40 это многовато как-то. Так, бараки пока не... А, кстати, угольная шахта. Надо нам одно паровое ядро. Да, парового ядра одного не хватает. Ну, так давайте-ка мы его и добудем. Сталь пока что есть. Вот паровое ядро, да, надо. Так, окей. Там, в принципе, думаю, разберемся. Вы слышите, да, наверное, как меня все по телефону донимают? Ладно, давайте быстренько засейвимся. Отвечу на звоночек, и мы продолжим. Как-то так. Так, продолжаем. Со всеми телефонными звонками вроде как разобрался. Теперь давайте-ка немножко посидим еще, буквально минуток 5. У нас нет угля. Тра-ля-ля-ля-ля. Сейчас в таком мы говне будем, когда уголь закончится. Так, а что по температуре? Давайте-ка посмотрим. Давайте вот тут повырубаем все лишнее.
Так. Вырубаем. Тут вообще надо вырубить, нафиг надо. Ну, тут я не знаю, тут ладно, так уж и быть, пусть будет. Так, вырубаем. Да все вырубаем, угля нет, ребята, все. Забыли. Нет, ни хрена угля. Да, сейчас будет до хрена больных, но... Блин, что так много больных? Алло, ребята, ну, я все понимаю, но... Ну, потерпите вы чуть-чуть, ну, что ж он так не имется-то, а? Больных сразу до хрена поперло. Смотрите, одни больные, ё-моё. А, как же я сейчас в шоке, если честно. Вот просто одни больные. Сейчас будет повышение температуры, просто потерпеть надо чуть-чуть, ну, ё-моё. И сразу типа, не, я хочу болеть, нафиг надо вот это вот посидеть, погреться немножечко, да, там. Как это, как в японских аниме вот этих вот, да, там раздеваешься и тело к телу, типа, обогреваем друг друга. Опа, ребятки куда-то пришли. Здесь были люди. Дальше в долине мы нашли остатки рощи. Кучу пней, кто-то вырубил лес, и недавно под снегом нашлось несколько свежих щепок. Горячие ключи. Так, мы нашли немного дерева. Горячие ключи, это точно. Может быть, мы переместим аванпост куда-нибудь сюда, где потеплее. Хотя тут, как я вижу, по карте нигде ничего теплого нет. Не, ну попробовать можно. В принципе. Так, ладно, давай дальше. Что там дома у нас происходит? Дома у нас жопа, сейчас будет повышение температуры. И уголь закончится, все. Вырубаем. Вырубаем. Все, нормально. Тепло, ребята. Угля, правда, ни хрена нет, но на 2 дня его хватит. Но тут уголь добывается у нас, правда, очень мало. Давай детей сюда подкинем. Пусть немножко поработают. Так. О, еда приехала. Наконец-то. Так, а тут давайте, да, паровое ядро добываем. Нам надо просто очень сильно построить угольную шахту. Нужно всего лишь одно паровое ядро. Мы делаем угольную шахту, и у нас, в принципе, с углем проблем нет. И можно отапливать по КД. Ну, потому что уголь вроде как здесь будет бесконечным, месторождение угля в этом. Насколько я правильно помню, да, по фростпанку. Вроде он бесконечный. Так, о, благословность высокая. Ты только глянь, а может потрендим? А у нас проблемы. Что насчет еды скажешь? Мы не можем этого позволить. Да и пошел ты тогда нахрен, я сам буду искать себе жертву. Так, сейчас будет, кстати, понижение температуры опять на минус 40, но потом будет минус 20, потом будет вообще классно. И сейчас исследуются бараки. Но это мы будем уже делать в следующем видео, как вы понимаете. Так что на этом все, ребят. Огромное спасибо всем и каждому, кто смотрит данное прохождение. Кто подписывается к нам на канал, да, оставляет свои колокольчики. Лайкает, комментирует, да и вообще, кто классный пацан или барышня. Заходите, кстати, к нам еще в группу ВКонтакте, буду всем и каждому там рад. Ну а на этом все, микрофон был Мистер Чейзер, всем удачи и увидимся в следующем видео. Всем пока, ребят.